Решила я сегодня посетить Королевскую башню. Вот только посещение башни начинается почему-то с июля. Почему с июля по сентябрь, понять сложно. Что мешает в мае и в июне ее тоже открыть для посещения. В общем, с башни вышла накладка. Вторая накладка, сюда автобус прямо не идет. Надо брать автобус 3 или 23, доехать до поворота, но дальше чапать своими двумя, минут 15, так. Вот то, что снимаю, то, что стоит передо мной. Потому что больше снять ничего не получается, вход закрыт. Я попробую обойти с другой стороны, показать, как оно выглядит. Сейчас там есть пляжная зона, получится обойти. Итак, с центра, как я сказала, идет автобус 3.23. И если вы ошибетесь, проедете дальше, тоже ничего. Там есть еще музей азиатской культуры. И там есть еще один, не замок, не крепость, но что-то похожее. Я перепутала. Вышла на этой остановке, где надо. И пошла не сюда, вправо, а пошла прямо к набережной. И увидела там тоже что-то вроде форта стоит. Смотрю, закрыто. Я девочек спрашиваю, а почему закрыто? Они говорят, так это не здесь, это другое. Так что тут в двух направлениях, типа два форта, две крепости. Да, вообще, наверное, закрыто, наверное, не для посещения. А это открыто только вот с июля по сентябрь. Непонятно, почему сюда автобус не провели близко, чтобы прямо здесь выходил. Во-первых, тут есть набережная, люди гуляют. Во-вторых, здесь музей, в который люди приезжают тоже. Тем более в летние дни, когда туристы. Ничего здесь не функционирует, люди гуляют пешешочком, это, конечно, хорошо. Но тут есть большая стоянка, и вполне можно было найти место, чтобы автобус сюда доходил и разворачивался. Вышел с автобуса, прогулялся 15-20 минут, пришел и поцеловал двери. И ушел обратно. Ну вот их реклама. Открыта 1 июля до 30 сентября. Каждый день с понедельника по воскресенье с 9 до 18. Вход 2 евро. Бесплатно для детей. Есть гид. Есть набережная, люди гуляют. Тихо тут, очень спокойно, красиво. Но все-таки я не понимаю, почему сюда не пустили автобус. Прямо сюда, чтобы люди подъезжали. Кто на машинах, хорошо. Кто без машины, вот как я приехала, пришла пешком. Еще бесполезно. Билет на автобус работает 1 час. И если бы здесь ходил автобус, то я бы его взяла и вернулась бы обратно. Ну или хотя бы я бы подъехала к другому музею. Потому что, в принципе, автобус недорого стоит, евро 40. Но час всего лишь действителен билет. Мне от моей гостиницы сюда ехать, наверное, было 3-4 остановки. Попробую заснять местные окрестности возле этого замка. Башни, строения такого укрепительного. И попробую еще в азиатский музей попасть, если успею. Сегодня очень ветрено. Может мой голос перекрывать ветер. Такое может быть, потому что очень-очень ветреная погода сегодня. Так что, если вы попадете в июле сюда, можете приходить посмотреть Королевскую башню. Вот так это выглядит. С другой стороны, с другого бока. Тут есть выход к пляжу. Тут располагается пляж. Ну вот такая история с другой стороны. Немножко обошла со стороны пляжа. В основном тут каменные пляжи. А я выросла на таком пляже. Пляж называется Дельфин в Одессе. Кто бывал, тут поймет. Особенности каменного пляжа. Здесь всегда вода чистая. Дети купаются, подростки купаются. Но я думаю, вода холодная, май месяц. Неделю, даже вторую, наверное, жарит по 30, но все равно. Это не июль, не август. Здесь маленький пляжик. Сейчас людей уже достаточно много, наверное, кто рядом поблизости живет. Все сюда приходят. Людей сейчас очень много, детей много в воде сидят. Им и море по колено в их возрасте. Пляжи маленькие, с галькой. Вот тут меньше камней.
здесь по береговой линии пройдусь вдоль, как раз туда, где автобус ходит. Но, к сожалению, тут нету никакой дороги, чтобы здесь нормально как-то пройти. Там обрыв идет. Это замка возле крепости. Есть маленькая тропинка. Поднялась я еще наверх, раз уже сюда пришла. Вот такая вот территория с маленькими пляжами каменными. И скамеечки. При входе на пляж перед крепостью при спуске есть туалет. И до новых встреч на моем канале. Заходите.